Поехали. Перед вами представлен дозатор МД-500 Д3. Машина является полностью пневматической, никакой электроники. Имеется регулировка дозы. Также имеется у машины регулировка скорости подачи дозы. И есть автоматический режим. Давайте ради кабинета разольем представленную нам тару. Сейчас в баке находится мыльный раствор. Ну, поехали. Запускаем машину. Прибавим дозу, скорость дозы, нужную нам. Сейчас стоит почти на минимуме, то есть машина льет гораздо быстрее. Опять же, просто ради эксперимента. Вот я прибавил. Это идет в середине. Сейчас я выставил 700 миллилитров. Давайте теперь прибавим. Ну, пока на паузу.